Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Уинзер. Сегодня мы продолжаем игру игровые Art Keeper. Пока, короче, это единственная игра, у которой есть облачные сохранения. То есть, те предыдущие, ну, которые мало весят игры, те предыдущие придется переигрывать. Как я говорил, у меня компьютер отправился, точнее, на ремонт из-за того, что память накрылась. Ну, не знаю, это будет еще уточняться точно. Вот. Соответственно, мне позвонят и скажут, что там не так. Да. В общем, я скачал эту игру, пока буду ее показывать. Надеюсь, это видео выйдет к 12 часам, потому что, ну, не знаю, я столько файлов скачал. Сначала пытался Steam зайти, потом OBS скачал, настраивал. Потом скачал, что? Premiere. Еще не установил. Еще Photoshop буду скачать, тоже устанавливать. И, соответственно, да, это все придется по новой вспоминать. Возможно, вы в видео в конце не увидите палец вверх или этот значок YouTube с булькающей этот кнопкой play. Вот. И возможно, вы не увидите конечные заставочки. Ну, это будет продолжаться пока что до... Это будет продолжаться пока что до окончания вот этого вот ремонта. Так что, извините, так уж вышло. Будем играть пока так. Собственно, я опять же играл, как вы помните. Покупал всякой дряни по заданиям. Кстати, вот этот обед, который я должен был сделать для... А для кого я должен... А, для купца, да. Он, оказывается, открылся у меня вот здесь. Игра, может, немножко будет поглючивать. Потому что комп у меня старенький. Ну, старый, точнее, со старого зашел. Вот обед. Тут можно было вообще любую еду впихнуть. Я впихнул золотую еду, чтобы сделать то, что мне надо. Вот. Даже вот так я сделал. Одна серебряная еда была, остальные золотые. Ну, луковые колечки по дешевке я купил у торговца. Торты я сам делал. А вот это в разнобой. Гвозди, кстати, почистил. 60 штук с чем-то в обычные гвозди. Да, что, но вообще, в принципе, могу тебе показать. Технологии. Нет, не то. Не технологии. Вот. Вот здесь оставшийся открыл. Вот. Я узнал, короче, что вот эти оградки, оказывается, тоже дают синие шарики, если этот их изучить. И, короче, я прям с нуля вот эти вот все оградки. Ну, кроме вот этих вот новых, возможно. Ну, не факт, вот про эти не факт. Но вот эти точно я не изучал. Вот столько шариков я надыбал. Красный, кстати, уже в убытке. И по факту у нас что осталось? Дистиллятор алкоголя открыть. Всякие там зомби-пивоварни, винодельни. Здесь что? Водонасосная станция. Кстати, давай-ка я ее лучше открою. Потому что я по парочке ведер заебался открывать. Ты умеешь пользоваться мечом, ты наносишь дополнительный урон. Смотрится круто. Нет, пока не надо. Вообще, в принципе, вот это бы открыл. Да. Что тут еще есть? Сбор алмазов. Алмаз у нас был на 8 уровне один. Пригодится. Лучший друг. Чё делать лучший друг? А, это перк-ювелир. У тебя особый нюх, ты находишь... На драгоценности находишь их чаще. Ты знаешь, как создать действительно качественные ювелирные изделия. Ну, давай. Так, по еде, кстати, я докупил у жены этого... у жены трактирщика... Оставшиеся рецепты вроде вот эти два. Сладкая выпечка и пироги.
Вкусно и полезно, и закуски к пиву в прошлый раз были. Да, еще две где-то, короче. Что у нас за день? У нас день звездочета. Звездочет нам нужен? Звездочет нам ни хера не нужен. Да, с того момента, кстати, я... Блин, глючит, конечно, знатно. С того момента я очень много зомбарей насоздавал. То есть смотри, у меня здесь трое делают морковку, как ты видишь, свекла и еще что-то там. Пшеница, да. Один на лесопилке и доставщик тоже на лесопилке. Че еще? Два на карьере рандомную руду добывать. То есть там может быть камень, может быть железная руда, а может быть уголь. Да. А, графит даже. Уголь не помню, но графит точно. Один добывает камень, один добывает мрамор. И два доставщика. И по итогу получается, там у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 зомбарей. 6 зомбарей там, 2 в лесу и 3 тут. И где-то примерно у них от 10 до 12, нет, до 11 звезд. Черепов звезд, блядь. Я тут кое-что собираю. Это торф, 207 штук надо. Я хочу удобрения навтыкать вот таких. Оказывается, смотри, если полностью улучшить ферму, то есть с бронзовой звезды до золотой... Звук даже прыгает, я хуею. То, короче, мне вот... Как тебе объяснить? Больше семян будет давать, и поэтому я смогу постоянно выращивать этот... На зомбарях руду. Ну, нет, руду, блин. Заговариваюсь уже, понимаешь? Культуру, вот. Не руду. Культуру. Так. Ну, давай скинем ненужное все. Что тут вообще ненужного? Ненужного только ягодки. Но ягодки я домой занесу. Короче, на этой неделе... В смысле, в игре на этой неделе мы начнем продавать наконец-то товары нашему любимому, так сказать, торгашу. До собора нам еще далеко. Кстати, в прошлый раз, когда я накормил своего ишака, коммерсанта, эта гнида мне столько трупов принесла нехороших. Ну и хорошие были. Я, кстати, там два оставил. Я буду над ними экспериментировать, но не сейчас. Так, подожди. Чё там? До рассвета далеко? Я, в принципе, могу товары отнести. Да, заранее в лавку. То есть вот у меня ящики стоят. Я могу их... в город отнести. Сюда бы зомбаря просто поставить и все. А вообще их надо много. Я что-то посмотрел, так они хорошо работают даже с 11 черепами, прикинь. И это круто. Можно, кстати, еще сделать на гвозди товар. Ну а почему бы и нет? Выгодно будет. На создание товаров, кстати, можно еще одного зомбаря поставить. Тут что написано? Серебряные ящики, золотые ящики, коробки с товарами. А как серебряные и золотые ящики делать? Я же не втираю. Серебряные и золотые. А-а-а! Это этот, овощи знатные. Точно. Точно, точно. Дай-ка я лучше в подвал одного зомбаря отправлю. Пофиг на урожай. Все равно пока что не критично. Кого бы мне отправить тогда? Можно отправить... свекольщика. Айда, пошли. Да отпусти. Оставь. Оставь.
Как тебя забрать, парень? Во, все. Так, ты мне нужен внизу. Я тут еще сейчас гвоздями сделаю. Вот они, ящики золотые и серебряные. Тут чисто чечевица, лук и тыква. На них я смогу создать прям уйму всего. Я вот это хочу создать. Фарфоровые кувшины надо еще... Сколько? 9 штук. 9 фарфоровых кувшинов, я понял. Все. Так. Ты у меня будешь доставщиком. Будешь все доставлять. Эти зомбари, короче, почти все, чем только можно заниматься. Почти. Можно столько энергии экономить. У него 11. Нормально. Пускай таскает. Таскай, таскай. Я сейчас тут всю лавку ту забью под верх. Жаль, что нельзя морковь, пшеницу и этот продавать. Свеклу. Лук. Морковь, пшеница, свекла, капуста. Вот. Жаль, их нельзя продавать. Я бы продал. Так, стоп. Что там надо мне? Колумбарий. Кувшин, точнее, фарфоровый. 9 штук. Там вроде еще что-то надо было к нему. Это вот здесь. Да, белый порошок. Это в подвале. У меня всего 4 кувшина. Мне надо больше кувшинов. Ну давай тогда. Сейчас. Я сюда зомби поставлю, пускай мне делает тарелки. Так, пока без морковки сегодня, братан. Видишь, как кадров не хватает. Вообще не хватает рабочих, спасу нет. Так, что еще новое я тебе хотел рассказать? Что еще новое? Ах, да, точно. Я же новую молитву сделал. И в церкви узнал, что некоторые свечки, оказывается, больше веры дают, если их зажечь. Ну, там на лампадке, еще на чем-нибудь. То есть вот эта свечка даст мне 2 всего к вере, прибавку. Ну, подожди, как 2? Ну, тут 2 этих подсвечника. Получается, 2 свечки, и каждая по 1 дает. Вот. А вот это дает сразу 2. То есть на каждую свечу по 2. Бафа. И че я узнал, что эти не то чтобы свечки, эти вот повышение веры, оказывается, дает больше веры в церкви. Че я хотел? Покаяние, кстати, бесполезная хуйня. Я целую неделю проходил, вплоть до сегодняшнего дня, и нихера, где-то 3 раза, наверное, в церковь приходили покаяться люди, и все. 6 веры дополнительно. Когда я мог с комбо молитвы дохера получить веры. Сейчас золото нет смысла делать. Мне кажется, кладбище должно быть улучшено. Так, 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 так. Благословение коммерции. Ну давай комбо молитва, хер с ним. У меня просто вариантов нет. Я, кстати, на секунду испугался, думал, никого нет. Так, а 12 штук дали за раз. Три у меня, 33 вышло. Нормально. А в какие-то моменты вообще под 40 выходило. Может, молитва веры, типа, давала столько, я не помню. Ебать, больше денег стали давать, смотри. 20 максимум у меня было, а тут 6-7,5 золотых почти. Ай, золотых, серебряных. Все, вера со мной останется. Она мне нужна. Так. Завтра придет Шармель, надо будет с ней поговорить. Я тут немножко кладбище еще убрал. Пока, короче, не могу ничего сделать.
Кстати, я ему молитву продавал, а обратно купить ничего не могу. Дичь какая-то. Если у нас только аристократа покупать, 12 этих золотых монет. Что на кладбище? Я могу максимум пока колумбарии поставить и все. А что я еще хотел? Подожди. А, там зомбарь делает как раз то, что ты хотел. В общем, мне надо темные органы открыть. А это мне надо помочь этому. Как его зовут-то? Инквизитору. Во. Ай, стоп, я правильно спустился. Я просто вспомнить пытался, что мне надо. А мне надо белый порошок. Вот он. Стоп, у меня запас был где-то. Оставлю это пока. О, 20 штук. Нормально. Я домой. Как же игра дергается, а? Ну как бы я ее могу понять. У меня потому что здесь столько работает этих, столько NPC-шек ходит. Нагрузка тоже есть. Так, ну все, давайте работайте. Надо будет потом замазать это. Я Steam скачал на комп. А уведомления-то на нем вылазят новые. Так, 4 кувшина, этого мало. 10 вот этих сделаю, как раз хватит. 1.5 минуты. Жене этого я лягушек должен принести. Как его зовут-то? Бармен его. Сейчас пока изучу предмет, который у меня здесь есть. Ну, мало ли, лягушки я вряд ли буду еще когда-нибудь использовать. Для собственных целей. Вот. Так, отсюда. Тыкву могу изучить, прикинь. Нормально. Так, лягушки. Золотые детали. Ебать. Ну, мне как раз надо, кстати. Интересно, кто-нибудь покаяться придет? Ну, сотню, короче, мне дало. Да, сотню. Обложка. Я новую молитву хотел соврать, поэтому готовил заранее обложки. Одну собрал, а вторую нет. Потому что золота не хватает. А золото где я найду? Подземелье только. Или случайно смогу выпить при добыче какой-то руды. Науки мало, да? Ну тогда бумагу использую. Так. А это что, изучено что ли? Когда ж успел-то? Ладно. Сейчас. У меня как раз проблемы с красными были. Набьем их кучу. Квашеную капусту поедим. Всю веру потратил, а? Смотри, чё. Сколько у меня синих шариков осталось? Ну-ка. 600, нормально. Должно хватить. Золотая история. Это хорошо. Так, скидываем все вот это... 3 золотые истории, ебать.
Так, ювелирные изделия, это куда-то надо рядом убрать. Вот. Все? Все, пошли домой. Зомбарь там по-любому закончил. Поэтому я тебя на грядку отправляю снова. У меня, короче, вообще была мысля на телефон этот снимать видео. Так, 9 вроде надо было. А потом вспомнил, что у меня же есть старый комп. Ну блин. Все равно вот такие вот торможения вам тоже будут не по душе. У меня выбора нет, извините, ребят. Нету выбора. Так, ладно, пошли. В город сгоняем. А где жена бармена? Ты куда жену свою дел? Говори, скотина. А вот она. Так, стопы. 12 лягушек. Ебать. Ладно, хоть я сейчас это заметил. При рассвете дня. Стой. Там что-то еще было написано. Я доставил еду. А, просто рептацию дали. Нормально. Значит, смотри, лягушка даю, рептация, потом духи. Да, все отлично. Придется на болото тпшиться. С карьера пойду. Так, ближе будет. Глаза хребит. У вас не ребит? На видео, наверное, тоже будет дергаться. Но не факт. Прикинь, у меня этот отрендерится прям идеально и вообще не будет никаких пролагов. Хуй его знает. А может быть, как я сейчас вижу, так и у вас будет. Пока компьютера нет, сначала напишу то, что мне надо перенести. Если вдруг получится этот данные восстановить частично. Так, я принес тыкву. Отличный выйдет суп. Останешься без зубов. Поймешь всю ценность супов. О, спасибо. Так, две лягушки мне надо. Так, я тогда алхимический рецепт какой-то купил и что-то новое открыл, но хер пойми что. Поэтому я еще открою. Все, наверное. Больше мне ничего не надо. Да? Один эликсир скорости куплю. Ну и в принципе... Установить здоровье с течением времени. Ясно. В принципе, все. Так. Дохлая кляча. Здравствуйте. Отдать лягушек. И все, ты ничего не скажешь? Забрать духи. Ебать, она вообще не хочет со мной по поводу этого разговаривать. Так, держи. У меня есть духи. Вот духи, которые ты хотела. Дальше я тебя чмокну. Я так счастлива. Ха-ха. Ачивка. Используй их перед концертом для самого короля. А, использую. Я так долго ждала эту возможность. Еще столько всего надо подготовить. Ты так добр ко мне, может, ты мне немного поможешь с подготовкой? Что тебе опять надо, а? Мне нужна какая-нибудь вступительная речь. Какая-то хорошая история. Может, тебе что-то в голову придет? Сама я писательница так себе. А тут должно быть что-то особенное.
Дайте мне, я знаю, где раздобыть. Хорошая история. Что бы я без тебя делала? Еще немного, и я в тебя влюблюсь, ха-ха. 40 репутации уже. Так, подожди, так эту историю же у меня дома есть. Этот пират постоянно одно и то же говорит. Так, ладно. Ты же пока тут. Вот и сиди тут. Я пошел за историей. Надеюсь, ты не съебешься. И ж золотую надо, да? Историю. Ты где, Шармель? Золотой звездой. Чё? Не понял. Получить историю любви с золотой звездой. Есть в этой жизни что-то непостижимое. Не жадность, а требования высокие. Может, я напишу эту историю? История. Я не ебу. Тем более, где ее написать, тоже не ебу. Вот, возьму просто вот это и все. Попробуй. Буем. Все? Все. Ну, надеюсь, там не прям какая-то история нужна. О, отлично. У меня есть история. Это любовная история. Надеюсь, после нее аудитория будет в правильном настроении. Незаменимый ты мой. Да, я такой. Скромняга, кстати, ты случайно не знаком с местным фермером? Приходил торговать с ним. Отлично, поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Его дочь Алиса просто обязана аккомпанировать меня на концерте во дворце. Так, она так хороша и невинна. Может быть, кто-нибудь из придворных положит на нее глаз? Может быть, даже сам король, бедняга нема. Но это в таких делах будет так. Но в чем, собственно, проблема? Да проблемы-то и нет никакой. Просто мне необходимо письменное согласие отца девочки. А она чё? Он не в восторге от ее увлечения музыкой. Но может, ты сможешь его уговорить? У меня есть бумаги Алисы. А я могу тебе просто листовку принести? Она такая же, как бы. Ну, в смысле, с виду. Ты что ли фермер? Нет, не ты. Ты пчеловод. Ты пчела, а я пчеловод. Подожди, ты что ли? Нет. Какой ферм? Это тот хуй, который ягоды продавал. Ой, какой, не ягоды. Как он назывался-то? Семена. На разную культуру. Сейчас сходим. Темнеет, правда, уже. А я могу с ней сначала поговорить? То есть это девочка? Я думал, это парень. Сын фермера. Охуенно. Подожди, мельник, что ли? Нет, я по поводу Алисы. Я здесь, чтобы попросить вас отпустить Алису в город Шармель. Это откроет для нее большие возможности. Она мне тут нужна. Столько работы. Да и не нравится мне эта певичка. Дочь и так слишком много времени с ней проводит. Мне это не по душе. Эй. Ты это хочешь Алисе помочь? Да. Ясно, мне нравится, как у нее играть выходит. Я тоже хочу помочь. Если поможешь дяде Мельнику починить, отец тогда очень рад будет.
попросим вместе и отпустит он Алису. Спасибо, пойду поговорю с твоим дядей. С каким дядей? Мельником, в смысле? Кстати, вот это куплю у тебя. А ты же мой постоянный поставщик компоста. Блин, я хотел бы помочь мельнику, но я не знаю, где чертежи достать на починку мельницы. А так бы я давно уже починил. Вот зуб даю. Кстати, у него семенные хмели продаются. Я так устал без работы. Ну ты каким-то образом торгуешь, я тебе скажу. Ладно, пока вот эти куплю, уйду с ним. Так. Я хочу починить мельницу. Ты знаешь, что нужно для починки мельницы? Здорово, если подсобишь. Я сам пробовал, только хуже стало. У меня вот инструкция к мельнице есть, только она на латыни. Ох, я еще на ике жаловался. Так, ну судя по картинкам, нам нужен камень и остальные детали. Так, посмотрим страницу с расчетами. А где последняя страница? Ну, на последней картинок никаких не было, я подумал, она не важна, и того и ее. Уж больно бумага, мягко. Бля, ну ты долбоеб, сука. Понятно, жаль, что я не силен в геометрии. Похоже, придется попросить за счет рассчитать все рычаги. Так ты получил бумагу? Подожди. Так бумагу забери. Кстати, ну-ка. Эликсир восстановления. Ясно, просто все известные рецепты открывают потихоньку. Пойду в лавку, посмотрю, что там есть, и новое что-нибудь изобретем. Наш сарай будет процветать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, короче, еще раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас один сделаю, четыре стеллажа будет свободных. Можно, короче, заполонить. Так, подожди. Сразу подумаю, что мне надо скинуть. Отсюда. Бляха, все в разные сундуки и придется тащить. Ладно, семена и компост скину, а там уже пофигу. Вроде игра не такая прям жесткая, но лагает прям жесть. Как будто, нифига себе, тут оказывается еще валялся. Как будто такая требовательная. Так, еще два. Ну там готовится, короче. Конопля созрела. Последние две, походу. Скоро и компост будет набран, будем виноград выращивать с хмелем. Подожди. Это в другой сундук надо закинуть. Вот сюда. А, там места нет. Ебануться. Там места нет. Ладно. Иди тогда сюда. Ну, хмель и виноград нормально. У меня серебряные есть. На лук, чечевицу и тыкву. Надеюсь, получится из них золотые сделать. О, зазевал. Потому что в игре стемнело. Видишь, как этот душу травит. Сколько керамической? 60? Блях, вообще не в тему. А я же хотел что-то водяное там построить. Здесь ничего? Ничего. Давай посмотрим вот отсюда прямо. Как она называется?
Водяной насос. Ты чё? Уже всё? А как это работает? Подожди-ка. Ну-ка. В чём прикол водяного насоса? Не понял. А, он сам набирает, прикинь. За какое-то время. То есть я могу пойти погулять надолго, а потом прийти и собрать, сколько накопилось. Блять, круто. Вообще круто. Так. Еще одна фарфоровая нужна. А, этих кувшинов 100 надо. Так вообще супер тогда. Глины нет. Глины нет. Я не знаю, сколько ее надо, короче. Добуду там штук 30. Думаю, хватит. Нет, 30 мало. 40 наберу. Есть. А мне воды-то хватит, чтобы миски сделать. Так, 20, 35, 40. Прекрасно. Дай-ка здесь скорость сделаю. Дергаться, конечно, игра будет сильнее. Но время тоже идет. Фига их выкинул в сторону. Так, готово. Пускай уносит товар. Значит, еще 4 надо, да? Можно гвозди, короче, сделать. Резной камень там вроде вверх нужно. А резной этот, мрамор, полированный точнее. Ну-ка, мрамор-то где? Полированный. А, тут вообще по фигне, оказывается, прикинь. Так, бесконечно поставлю. Так, дельники, идите работать. Собак. Во. Так, все, работай. Ай, выпусти меня. Зараза, зажал. Так, стоп. Посуду надо тоже сделать. О, как раз, смотри, 40. Даже я тут не нужен. Так, братан. Я понимаю, что ты стараешься, но надо этот... срочно спасать ситуацию. Три есть. Они зависли? Чё не так? Что случилось? Почему вы не работаете? Бляха. А он почему не работает? Это работает. А с тем что не так? Что с тобой не так? Стамески нет. Сломалось что ли? Да японский бог. Я тебе две сделаю. Железные детали. Прекрасно. Давай. Две сразу сделаю.
Я что-то реально испугался. Думал, у меня игра сломалась. Все. Дельники начали делать. У меня уж в сундуках мест не остается. Под всякое добро. Видишь, что тут под завязку все. Так, 80, да? Надо подождать, пока сотня наберется. Не успею я до закрытия магазина или что там. Ух ты, ух ты, ух ты. На две так хватит. Эй, чуть дерево не срубил свое фамильное. Ё-моё, я испугался. Я нереально испугался. Надо дворецкого нанять. Я устаю это все собирать, честное слово. Ну чё вы там? Работают. Все? 100. Отлично. 100 керамики будет. А быстро делать? Не сказать, что быстро. Не, я не успею. А вот это успею. Так, давай. Может, еще один товар даже сделаем. Здесь там хватит. Что там вообще? 6. Гвоздей не хватает, сейчас все будет. Мрамор пускай обрабатывает. Сколько там? 9. Еще одно. Есть. Так, еще один стеллажик есть. Мне вроде надо было 7 товаров продать, чтобы задание выполнить. У торговца того. Тяжелые, сложные железные детали можно 4 штук набрать. И гвозди 64. 14 штук, 8 надо быть еще. Не понял. Я битком. Мать моя. Я битком. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. И докидываю сюда. Ай. Все. Все. Ягодки. Ягодки домой. День закончился. Вряд ли я что-то там заработал. Но надо в лавку, короче, сходить. Сегодня змей придет. Ему можно этот отдать. Некрономикон. Так, детали есть? Гвозди давай теперь. Дай угадаю, ты опять сломал его, да? Это точило. Не точило, а зубило. Ну смотри, в натуре сломал. Ладно, на твое счастье. Да ё-моё. Тихо. Делай.
Че я хотел? А, ну да, товары сделать. В принципе, за неделю можно наполнить. Я в магазин. Ну давай, удиви. Три товара тут пока. 90 серебряных! А, коробки с товарами. Ну бляха, 90 серебряных. Ебать. Я, блин, я столько не заработал, честно говоря, на мелочи. Ну, учитывая, сколько я ресурсов потратил, там максимум, наверное, 50 серебряных. А тут ничего нового не появилось. Стой, там по заданию надо было уже продать 7, да? Ящиков. А я сколько продал, можно? А я 6 продал. 6 товаров было. Ну, через неделю, получается, я только смогу поговорить с ним насчет что-то там, чего-то там еще. Ну что ж, давай, продолжай. Овощи буду выращивать, там бабки потекут рекой. Вот это соберу, короче, вот это опять. Ну и можно опять сложные детали с гвоздями. Так, сложных деталей. Бляха, сколько там было-то, я забыл. Две. Надо еще 12. Так, подожди. По гвоздям еще сделаем вот так. Иди делай. С этим закончили. Сколько у меня FPS? Просто вот так картинка дергается, это не очень хорошо. Вот так на торговле я накоплю себе на титул аристократа. Я реально буду охуенен. Охуенным. Пошли к змею, темнеет уже. А то сейчас просру свое счастье. Так. 71. Это туда надо отнести. И это тоже. Ах, хотя нет. Вот это тоже возьму. Кровь тоже туда нужна. По факту. Ну, в смысле, я имею в виду вот сюда. Девяносто. А сколько у нее этот... В один слот вмещается. Но вода 50, а это сколько? Ебать. Так, историю тоже сюда запихиваем. Все, пошли. А, кстати, ему уже обеды надо было дать. Да ё-моё, я забыл про него. Я так заделался этим магазином. Ебать, так. Ты знаешь, как попасть на 11 уровень подземелья? Да, знаю. Ниже запретное знание. Пока не ясно, как туда попасть. Когда-нибудь я отправлю тебя в самый низ этого подземелья. Ладно. Мне нужна твоя бесконечная тетрадь. Заметил, что ты часто пользуешься бесконечной тетрадью, и она мне нужна. Нужна для собственного ритуала по возвращению домой. Я тебя очень хорошо понимаю. Может, даже слишком хорошо. Это все, что у меня осталось из моего детства. Мы в приюте не могли иметь собственных вещей. Я сжимал тетрадь в руках, когда меня спасли из нашего пылающего дома.
Она много для меня значит. У нее никогда не заканчиваются страницы. Я в нее записал все, все свои желания и обиды. Многие страницы были исписаны до меня. Я всегда мечтал узнать, чем, о чем эти записи. Люди, которые их делали, наверняка были счастливы. Знаешь что, если у меня все получится с моим ритуалом, тетрадка твоя. Она мне больше не понадобится. Уебать, сотня нахуй репутации. Ладно, держи некрономикон. Вот, твоя книжка, змей. И тут не подкачал. Способности твои не перестают меня удивлять. Самое, конечно, удивительное, что ты бессмертен. Жизнь, боль. Книга со смешными картинками. Давай сюда книгу. Твою ж, ритуал похож сложнее, чем я ожидал. Ужас в сердцах, фонтаны крови, средоточие греха. Никогда я со всем этим не справлюсь. Никогда я его не призову. Да чего ты раскис-то? У меня тоже задачи не из легких, но я же не унываю. Ты просто должен поверить в себя и свои силы, все тут только в твоих руках. Ты опасный и беспринципный мошенник. Кому, если не тебе, это все под силу? Знаешь, а ты прав. Ненавижу признавать чью-то правоту. Но тут без твоей помощи мне, похоже, не обойтись. Услуга за услугу, но ты знаешь. Так, по поводу ожерелья. Нихуя, по поводу ритуала. Ага, по поводу ритуала. Как я смогу тебе помочь? Я бы хотел тебе помочь. А, я бы хотел тебе помочь, сдается мне, мне помогут, могут понадобиться твои эти. Так звучит разумно. Прежде всего, надо все подготовить. Это место должно выглядеть так же устрашающе, как мой детский приют, ха-ха. Последователь моего культа. Должен ли трепетать от ужаса, находясь здесь? Ну кого я учу? Вы там наверху в церкви мастера по декору, заставляющему трепетать. Тут правда надо сделать все помрачнее, что ли? И никаких крестов, даже перевернутых, детская травма, сам понимаешь. Ах да, чуть не забыл, обязательно должен быть фонтан крови. Как в книге написано. Знаешь, сделаем два фонтана на всякий случай. Я постараюсь, дома у нас был целый праздник, посвященный мрачным и пугающим украшениям Хэллоуин. У меня такие украшения плохо получались, что-нибудь и тут придумаю. Бедолага, мне нужно, чтобы это место выглядело на 20. Ну, понятно. Так. 20, это что вообще? Зона жертвоприношения. Тут что-то новое появилось? Заебись. Так, фонтан крови, черепа в... Подожди-ка, черепа в колонии в стене были? Значит, две тыквы, две балки и четыре балки, два черепа. Блять, проще скриншот сделать, чем это исполнить. Набор для починки камня именно нужен. Камень паста 5. Починка. Ага. Так, давай-ка, знаешь. Полированный камень же нужен был. 5 штук всего. Сейчас все будет, подожди. Пока вот здесь посиди. Набор для починки нужен еще. Камня. Набор для починки дерева.
На пасту надо масло. Масло у меня внизу. Все. Причем. Так, а набор для починки камня? Нет, он не здесь делается. Стоп, он, наверное, здесь. Ага, конечно. 100 раз, блядь. Значит, здесь. Набор для починки камня. Глина нужна, 1 штука. Хорошо, что скорость еще работает. Хоть побыстрее все сделаю. Завтра инквизитор приходит. Как раз на нем мы закончим серию. Да давай уж, подбирайся. Все? Все. Знаешь, что компост не падает с грядок, на которых зомби работают? Тут еще 26 надо. На все про все. Так, тут все вообще? Да, детали есть и еще 2 вот этих. Прекрасно. Но мне, кажется, не хватит ни хера. Ну-ка. Смотри-ка, хватило. Ну надо же. Сразу 3 этот товара. Так, здесь что-нибудь интересное есть? Стальные детали есть. Можно немножко их приготовить. Все, хватит. Их можно немножко приготовить. Штук 20. Все. Здесь можно, в принципе, колбы сделать. Чтобы у меня не простаивало ничего, везде шел опыт. И бабки. Глину и вот это я сюда сейчас запихну. Горшки, все. Так. Сюда надо. Он уже сделал, да? Я так понимаю. Нет, он не сделал. Набор для починки камня. Вот что надо. 1 штуку. Значит, полированный камень надо 5 штук. Забрать с собой. Брусы еще нужны. 4 штуки. Ой, не брусы, деревянные балки. О, уже по 4 делать. Нифига себе. И всего 1 железную деталь надо. Это, наверное, из-за того, что я изучил этот. Технологию. Какую-то. По-любому. Ну ладно, раз закончил работать, давай тогда этот. Дальше. Полируй. Вот так сделаю. А сколько вообще там осталось? 15 мрамора. Ебануться. Жесть. Змей уйдет, я не успею ничего сделать. Ну, по крайней мере, мы его хотя бы украсим. Так, 2 черепа надо. Я что-то забыл, что там еще надо. А, там паста нужна, бляха. Паста нужна, паста делается здесь. Нужно масло, масло дома есть? Есть масло дома? Нет, нихера. Ладно, сюда торты поставлю, сразу готовится. А здесь что лежит у меня? Я забыл. Нихера. Так, подожди. Ты что, уже все отнес? А там место... Хотя, да, должно остаться чуть-чуть. 4 бутылки заберу с собой. И черепа. Все, домой. Нет, давай сначала сюда сгоняю. Посмотрю, что у меня в лавке творится. 2 места осталось. Нормально. Ну все, он ушел. Осталось только инквизитору отдать. Вроде с утра там не будет находиться. Какое-то время надо подождать. Так, масло. 1, 2, 3, 4. Все.
Все, прекрасно. Ладно, ты мне пока не нужен, иди работай. Выращивай свеклу. Чтобы от товарищей не отставал. Так, горшки готовы. Там еще одно место есть. Давай, знаешь, что сделаем? А, этих два еще. Доски, короче, сейчас сделаю. И опять мрамор на продажу. Или гвозди. Нет, мрамор лучше. Сейчас скоро хватит ресурсов. Нет, не хватит. Там закончилось. Опять, да? Ну еще оба. Почему он золотую стамеску не использует? Выгодно же в разы. Эти стамески ломаются в считанные секунды. Обидно вообще. Так, собираем. Не хватает ресурсов. Все должно хватать. Ко следующему вторнику там уже будет все нормально. По деньгам. Так, значит, балки нужны были. Я сейчас все вспомню по порядку. Там нужны были балки, черепа. А детали какие-нибудь нужны были? А вот, для починки еще камня. О, так, полированный мрамор. Нет, полированный камень. Дальше не помню. Вот эти по одному. Пять вот этих. Вот эти отдельно. Так, еще что-то надо было. Не помню ни хера. Забыл. Что-то такое. Ладно, хер с ним, пошли посмотрим. Все равно еще раз 20 вернусь. Бляха, инквизитор скоро уйдет. Сейчас построю и к инквизитору пойду. А, тыква. Короче, тыква. Это уже больше не поставить. Да? Да. 5 паст и 2 тыквы. Все хорошо. Так, а дать вино. Не дурно. Лучшее вино, что они когда-либо пробовали. Скоро подземелье будет ломиться от ведьм и еретиков. Обсудить идеи. Так, что у вас на уме? Как вы собираетесь привлечь сюда больше людей? Однажды мы сжигали старые свитки. Там было много всякой ереси. Геометрия, физика и подобная ерунда. Одним свитком я все же заинтересовался. В нем, помимо всего, было написано, что для счастья человека нужны две вещи — хлеб и зрелище. Это, конечно, написано язычниками. Я не представляю, о каком счастье может идти речь без церкви и ежедневной молитвы. Но все же я задумался. Может быть более зрелищным, чем сжигание. Что может быть более зрелищным, чем сжигание ведьмы? Даже ничего в голову не приходит. Вот именно.
И тут я понял. Нам нужно добавить хлеба. Но не в прямом смысле, а в образно выражаясь. Нам нужны напитки и закуски. Вы человек деловой. Думаю, вы могли бы организовать тут палатку с закусками. Вся прибыль ваша. Что именно надо продавать? В первую очередь пиво. Пиво разогреет кровь и пробуждает в гражданах патриотизм. Ну и что-то мясное. В городе мясо считается деликатесом. А я слышал, что у вас есть свои источники дешевого мяса. Когда речь идет о борьбе с ересью, все эти мелкие нюансы меня не интересуют. Хорошо, думаю, смогу сделать бургеры. Вот отлично, постройте палатку и завезите туда пиво и брук. Бук. Бургеры. Да, бургеры. Как только у вас все будет готово и гвардейцы поймают новую ведьму, мы устроим сжигание. Попросить освободить цыганку. Доказать свою преданность. 5. Что тут надо? 5 веревок, 15 брусов, 20 гвоздей. Веревка, брусья, гвозди. Ясно. Да. Лавку. Что я делаю? Можно же вот так. Веревка, брусья, гвозди. Я посмотрю, что там, короче, такое построится. Так, 15 брусьев, 20 гвоздей. Что с вами не так? Вы летаете как блаженные. Пятнадцать брусьев уже, да? И гвозди 20. Я не знаю, есть окос, ебать. Тыквы еще надо. Где я покупал? А, я у этого фермера покупал. С серебряной звездой 2 штуки. Да. Подожди-ка, стой. Ты ж, зараза, мне нихуя не открыл, да? Нет, он мне не открыл. Возможно, после сжигания ведьмы будет подобное. Бляха, ладно. Создаем. Палатка, наверное, обычная будет, да? Да ладно, натуре. Продавай. Золотая! Бургеры. 5 золотых и 10 вот таких. Все, стой! 55, не сейчас. Да. Пиво, значит, и бургеры делать надо. То есть он не против, если мясо будут с людей срезать. Однако интересный человек. Ладно, давайте на этом закончим. Выпуск получился очень, очень объемным. Так, подожди, масло лучше на улицу вытащить. По-хорошему. И его положить, наверное, вот сюда. Так, ты иди урожай сажай. Все. Масло. Сколько его мне надо? 5 штук вроде бы, да. Насколько я помню, наш этот фермер не спит по ночам. Ну, работает. Так что можно, в принципе, сразу сходить тыквы купить. Серебряной звездой.
К звездочету надо будет еще сгонять. Так. Что использовать? Дохлая кляча. Инквизитор уже тут. Нифига себе. Поспал я. А куда они уходят, интересно? В город? Уа. Это купить. О, как раз две есть. Спасибочки. Все. Дом, милый дом. Сразу поставить компост. И хватит на третью, да? Или хватит? Хватило. Опа. Опа, опа. Так, тут что-нибудь есть такое? Нет, ничего. Ладно. Сундуки скидаю и в подвал. Так, подожди. Подожди. Сейчас проверим сундук вот этот. А вообще зачем я туда все скидывал? Ну, в смысле, в этот сундук. Вот сюда же можно. В соседний. Компост в этот сундук. Вот и все. Собираем, значит, так это я уберу пока, чтобы не мешало. Собираем ритуальные места и заканчиваем выпуск. Ну давай, фонтан. Охуеть, его два можно сделать. А чё ж сразу-то не сказали? Ладно, побежали быстрее, пока день не закончился. 5 камней вот таких, 5 полированных камней, 5 масел и один для ремонта камня, предмет. Так, тихо. 5 масел, говоришь? Все, пускай стоит. 5 полированных камней. Так. И еще надо сделать кое-что важное. Так, тихо. Вот она. На 5 хватит, я надеюсь, стамески. Ё-моё, приходится после каждого пару секунд ждать, чтоб самецку подобрал. А все? Да, 5. Так, еще вот здесь. Ой, не здесь, вот здесь. Все. Поехали. У меня фонтан от крови заполнился, нет? Я что-то не посмотрел. Нет, не заполнился. Так, отлично. Скелет распятый на стене. Ебать. То есть еще надо будет по тыкве, да? Здесь какие-то скелеты. По факту еще 4 балки надо и 2 тыквы. И сколько будет? 3. 14 будет. Подожди. Создать.
Ага, еще надо 20 крови, ебать. Ладно, благодарю всех, кому понравилось это видео. Ставьте лайк, если... Тьфу ты, блин, я уже запутался, я сплю. Я просто сейчас поздно записываю, поэтому спать охота. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если кому-то оно понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы впервые тут. Я тут, естественно, сам все кровью. И, ну, вот эту сторону дострою, кровью заделаю. Ну, мне кажется, как раз крови 20 будет вот этого. Так. Подписывайтесь на канал, если вы впервые тут. С вами был Дэрил Уиндзор. Всем пока.